Всем привет, с вами Андрей Вар. Сегодня будем снова на задонатенном аккаунте снимать видос по поводу, как мы будем крабить ресурсы на 11 левел штаба. То есть я играю больше, нет, не больше, 2 недели и 1 в день, и я уже 24 левел. То есть можете посмотреть на свой, сколько вы играете, и как, если играть правильно, если постоянно что-то ставить на апгрейд, постоянно развиваться. Плюс, если у вас есть возможность купить второго доп рабочего, это тоже будет очень хорошо для развития. У меня, в принципе, по атаке, по именно атакерскому стилю реально все хорошо развито. То есть лодки, канонерка, радар, оружейка, скульптор, все, склады, все это прям реально хорошо, очень хорошо вкачано. Единственное, что я не вкачиваю, это защиту, я не вкачиваю оборону. То есть я вкачиваю по остаточному принципу. Есть какие-то ресурсы, ставлю что-то на апгрейд. Нету ресурсов, не ставлю ничего на апгрейд. Плюс, как я раньше говорил, не выставляю большое количество защитных сооружений, потому что они первого левела прям ничего не помогают. Для того, чтобы начать крабить, уже вернемся к крабению, обязательно запыливайте трофейные ресурсы. Не то, что это прям вообще вот обязательное условие, но оно помогает вам с меньшими затратами набирать огромнейшее количество ресурсов. Может, на 20-х левелах запыливание статуи это не сильно там уже прям правильная вещь, но я просто показываю и для 30-х левелов, и для 40-х. Серьезно, запыливайте статуи, не парьтесь по поводу этой пыли, она все равно вам к вам придет. Лучше уже запыльте вы эти статуи, лучше быстрее снесите всех противников, набейте гораздо больше количества ресурсов за счет того, что вы запылите статуи, и при этом вы потратите на все про все гораздо меньше времени. Я снимал видос по поводу того, как правильно выносить противников на 20-30 левелов, до 30 левелов, и я там разжевывал там 4 типа противников, как их правильно забирать, то есть каких обходить, каких в лоб, каких сбоку, каких так, каких сяк. Если вы не смотрели тот видос, я ссылочку на него оставлю в описании, обязательно посмотрите, потому что если вдруг вы не знаете, как выносить противников до 30 левела, там все прям разжевано, как правильно выносить. Ну, здесь я разжевывать не буду, то есть здесь будут однотипные противники, как и там. То есть здесь я просто заходил на первого противника сзади и его выносил. Следующего уже будут не противники, следующий будет уже доктор Ти. Я снимал по поводу пятничной имитации, на которой можно набивать просто огромнейшее количество ресурсов. Ничего не поменялось. Ну а там в комментариях начали, блин, так есть же доктор Ти, на нем тоже можно набивать. Да, на нем тоже можно набивать, но ресурсов чуточку меньше. При том, что иногда бывает он очень сложный. То есть иногда реально он может быть и третья стадия очень простой, но в то же время иногда третья стадия бывает даже очень сложной. Но даже на своем 20 левеле я уже без проблем сношу 3 стадии. Я в прошлый раз сносил 3 стадии, и паза в прошлый раз сносил 3 стадии. Но пока на 4 стадию рыпаюсь, но 4 стадию никак не получается сносить. Ни маленького доктора Ти на маленьком острове, ни большого доктора Ти. Все равно защитных сооружений уж сильно много для моего 24 левела. Ну прям ривень, ну никак не пробить. Но в то же время доктора Ти, то есть как бы на первых двух... На первой, второй, третьей стадии вы точно так же сможете набить нужное вам количество ресурсов, особо не поднимаясь по медалькам. Но есть реальные живые игроки, на которых набить точно так же можно много ресурсов, в зависимости от того, на какого противника вы нападете. По поводу противников могу сказать, что не стесняйтесь меня. То есть, если вы не можете снести какого-то противника, просто ждете сутки, просто его обменивайте к чертям собачьим, да и не паритесь по поводу того, что там, типа, сносить. Не, у меня, как бы, проблем не возникает, то есть, я тачить типа, у меня получается, да, был сложный противник 33-го левела, который просто ушел наглухо в деп, но я на 20-м его левеле не мог снести, на 24-м я уже его снес, потому что я прокачал базук на 1 левел, прокачал гор на 1 левел. Плюс за это время там, наверное, пару лодочек точно выросло в левеле, и, соответственно, было проще его сносить. Но вначале у меня тоже его не получалось сносить. Поэтому в Бумбич вы просто играете от атаки, и у вас точно получится сносить абсолютно всех противников, если вы будете качать не ДФ ни в коем случае, а именно атаку. Собственно, по поводу выбора войск могу немножко акцентировать внимание, так как сегодня мы реально крабим, и крабим я, и краблю я горзуками. Это на данный момент, мне кажется, для мелкого аккаунта самый оптимальный вид войск, то есть доктор Каван, две лодки гор и три лодки базук. Вот, ну, на моем левеле это, по-моему, самый актуальный выбор. Когда-то, 2 года назад, я снимал развитие с нуля, давным-давно, была такая рубрика на моем канале, и там я показывал, как атачить торами. Но это прям реально, но сложнее, гораздо сложнее, чем атачить горзуками, на мое мнение. Поэтому, если вдруг вы хотите все-таки целенаправленно атачить горами, даже на маленьком левеле, пока у вас не появился дым, можете пересмотреть мой видос. Я в видосе показывал, как атачить торами, куда бежать, что там шокать, как лучше забирать. Но на этом аккаунте я все-таки играю горзуками, и вам лично советую именно данными войсками и играть.
развивать. Почему? Потому что, когда у вас появятся танки на 11 левеле штаба, у меня уже они появились, то есть я думаю, у меня уже достроился мой штаб, ими вам проще будет атачить. То есть вы горами, базуками куда-то заходите за базу, как-нибудь там с одного угла, с определенного заходите, начинаете выносить. Точно так же вначале вы будете танками с определенного угла заезжать и стараться вообще ни один танк не потерять. И поэтому, когда вы научитесь аккуратно бегать горзуками с какого-то угла, потому что базуками очень сложно управлять вместе с горами, они разбегаются, танками вам в два раза проще будет управлять и заезжать с какого-то угла, с которого защитные сооружения по вам просто тупо доставать не будут. Поэтому тут вы, в принципе, убиваете двух зайцев. И тренируетесь, плюс выносите противников, мне кажется, попроще, чем теми же торами. Но в то же время, это оговорочка, вдруг кто не понял, пока у вас нет дыма. Пока вы на 20-х левелах развиваетесь и пока у вас не появился дым. Как только дым появляется, все-таки торы приобретают актуальность, торами становится легче атачить. Поэтому это до того момента, пока у вас нет дыма. Вот, собственно, таким образом, за то время, пока я болтал, я вам показал, как сносил противников на несколько левелов выше себя, там на 2, 3, 4, 5 левелов выше себя. Показал, как сносил доктора Ти. И за это время я насобирал на самый дорогой ап, это на штаб, поставил на 11 левел. Плюс я насобирал на самый дорогой ап в оружейке, это на базуки, на следующий левел. Плюс я насобирал на лодку, на апгрейд. Но в последний момент я подумал, что, блин, лодка, она мне сейчас особо ничего не даст, а у меня золото-хранилище еще не заапано на максимальный левел. А уже на следующем левеле штаба ап в оружейке будет стоить столько дорого, что мне просто не хватит моего золото-хранилища, чтобы проапгрейдить тех же базук на следующий левел. Поэтому я просто поставил золото-хранилище на ап, пусть оно апается. Вот, собственно, такой видос по поводу двух рабочих, как я их прокормил. Вообще получилось даже самых два дорогих апгрейда поставить на ап и вообще не париться. Если вам видос понравился, то, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Андрей Вар. Всем пока!